Келейное правило. В монастыре правило монахов и послушников, состоящее из определенного старцем числа земных поклонов, молитв по четкам, чтения священных книг и каких-либо других молитв. В миру – частное молитвенное правило православного христианина, совершаемое во внебогослужебное время дома или в ином месте, включает в себя ежедневные утренние и вечерние молитвы, молитвы ко причащению и после причастия. Кроме того, в правило может входить чтение Евангелия, апостола, псалтири, а также каноны и акафисты. Продолжительность молитв, их количество определяются духовными отцами, священниками, учитывая образ жизни каждого человека и его духовный опыт. –